Салам Пурниде, Серембе, Ялан Ебегех, Эва Антонина. Всем огромный привет! С вами, как обычно, я, Антонина. Я думаю, что вы соскучились по чувашскому языку и надеюсь восполнить этот пробел. Сегодня мы поговорим о покупках, выучим слова и фразы, которые нам пригодятся, если мы собираемся идти в магазин или на рынок. Поверьте, к человеку, который обратится на родном языке, продавцы всегда относятся терпимее, радушнее и склонны сделать скидку. Ну что, пуш-лармари, начнем, пуш-лармар. Итак, первое, что мы должны сделать, это обратиться к продавцу. Кажарр, извините, кажарр. Ку меньхак тарать, сколько это стоит? Ку это меньхак, какая цена? Тарать стоит ку меньхак тарать. Можно сказать также ку меньчух ли тарать, что по сути то же самое, ку меньчух ли тарать. А можно еще сказать ку межи деньги тарать, сколько рублей это стоит? То есть сколько это стоит? Все три формы очень даже употребительны. Выбирайте ту, которая вам больше приглянулась. Кстати, а как у вас с числительными по-чувашски? Знаете? Если нет, запоминайте. Без них никуда. Пере, ике, вище, твата, пилек, улта, щича, сакар, тохар, вунна. А дальше все проще. Вун – пер, вун – ике, вун – вище и так далее. Но нам нужно знать и десятки. Итак, вунна – 10, щирем – 20, водер – 30, херех – 40, алла – 50, утмал – 60, щитмель – 70. Сагрвунна, то есть 8 десятков – 80. Тохарвунна, то есть 9 десятков, 90. Щер – 100. Пинь – 1000. Промежуточные значения получаются путем сложения этих слов. Например, икщер алла твата – 254. Икщер – 200. Алла – 50. Твата – 4. А вот после пинь – 1000 обычно добавляют союз «те», то есть «и». А еще, например, Иги Бинде Вун Сакар 2018. Ну что, друзья, малалай, вперед, малала. Например, вы решили купить платье. Платье по-чувашски будет кебе. Я должна вас сразу предупредить, что кебе означает также и рубашку. Поэтому, если это необходимо, то лучше сразу сказать полнее. Херарам кеби – женское платье, аржин кеби – мужская рубашка. Разумеется, если вы желаете примерить, то стоит сказать «Тоганзабахмайюради». Можно примерить «Тоганзабахмайюради». А если она вам оказалась тесноватой, вы скажете «Кебемана тавардарах». Платье мне тесновато, товардарах. Кебемана кескерех. Платье мне коротковато, кескерех. Кебемана педжикрех. Платье мне маловато, педжикрех. Кебемана пызыкрах. Платье мне великовато, пызыкрах. А может, оно вам подходит? И тогда вы можете сказать кебемана юрать. Мне подходит это платье юрать. Кебемана килежеть. Платье мне нравится, подходит, килежеть. А вдруг продавец вас спросит, сирень размер менле? Конечно же, благодаря русскому слову «размер» можно сразу догадаться, что вас спрашивают о размере. Надо сказать, что по-чувашски есть слово «виже», которое переводится как «размер». Но так уж повелось, что сейчас многие так и говорят «размер». Хотя, если вы скажете «манан херикинаш вище», то есть «у меня 42-й размер», вы, несомненно, произведете неизгладимое впечатление на продавца. Не верите? Проверьте! И да, я должна обратить ваше внимание также на аффикс «меш», который прозвучал чуть выше. Этот аффикс превращает количественные числительные
Один, два, три и так далее. Порядковые. Первый, второй, третий. По-чувашски, соответственно, перре, перремеш, ике, икемеш, вище, вищемеш. Наверняка вам придется и поторговаться, то есть хаклашма или сутлашма. Услышали в начале слово хак, то есть цена. Для этого запаситесь такими словами, как хакла, дорого. Ой, итлахакла, слишком дорого. Хакларах, дороговато. Юня, дешево. О, юнирех, дешевле. Сутма, продать. Например, юнирех судорога, продайте, пожалуйста, подешевле. Туянма, купить. Например, эба щак шалавара туянашин. Я хотела бы купить вот эти вот брюки. Очень часто в разговорном языке вместо туянма говорят ильме, взять, брать. Например, мюнилетпер, что возьмем, то есть что будем покупать, мюнилетпер. А места, где покупаем, бывают следующие. Лавка, магазин. Лавка. Кстати, а знаете почему две буквы К? Потому что если бы была одна буква К, то нужно было бы читать лавка. Суду Илющурджа, торговый дом. Суду Илющурджа. Обратите внимание, в Чебоксарах такую надпись можно встретить во многих местах. Базар, базар, рынок. Кстати, некоторые крупные магазины и гипермаркеты предлагают двуязычные надписи. И очень многие продавцы говорят по-чувашски. Пробуйте! Надеюсь, ваш словарный запас несколько пополнился. И если это так, то я безмерно рада. Поскольку больше людей стало понимать красивый, богатый и необыкновенный чувашский язык. Тепритель булычень, дусэн. До встречи, друзья! Тепритель булычень. Твань чельгем, тазагльгем, парзам полгав лучинума, парчонлах саваныш илем, пар ирок щудурах щума, эженезем женщул жинже, из шанджок щелдыр ялан, тискер туман лагаш синджи, ехравла чанбек яныран. Щунат парадан щам рука, вата чунка на жигрень, синзек лейнагам рога, вот как сывла жигрдень. Хыпса щунан щер живома чельхем, сибетла щумар яр, хевельхем пана сывлама, манада пер тумлам сыптар. Сытки небеши ворон за шаланга еврши клинем. Щельде щихавлын ярнза, эдем же савнащенем. Дыргашить чаваш, я лаве, шубаш. Карм варенче, вергажить монашлан, сумлан, квактелит айнче. Эп, темли, ялав, такурна, чакащута тенчере. Тим, тисин, теман, ялавам, пуринченди хитрере. Ман, ялавам, губанранда, кемалеринде хаклара. Ман, шумранда, тварандовый ларах. Велькаш, велькаш, шинчаваша, шиньяла и верлерия. Велькаш, иреклень, монашлан, если эмир, эмирех. Сиктермерин мана келенче сапкара. Макарсан пыл хумаран туда жвара. Анчах сансар пушне ыр щершивал, цинчири чихаклытик пуршивал. Ага савна пала, выляначки дек. Червыне чуреме иксельме зарбарать. Ах чиджень садпахчи, а пан шур биребе. Щур егон шуралза, ыр шуршневал зарать.
Ял ерри угольча. Семисленни кача, хвильбе пролежте, ерым-ерым югай. Сыви вада юман, кунебе кача пача сантуй руанче туй давать, щу ехать. Щу-то ванлахам пара луна, сам батна саванца таврананы волна. Эмец сенили мне, шухаш сень дубса мне. Волсан рачей ширать, ыршер живым, а не. Чельхен, тован чельхен, из пурданах чунра, щищить шевлехельхен, чуба твоихал юнра, сын вармана тусан туяк. Кашла-кашла, юшитем тазан, юрлаща чвашла. Щуравна ялымра, щунатлы чельхебе, пуплет яштак ямра. Шумри, шамртляхпе, вылхриня ансам, саркарзин беташла, кунда елдах ансад, кунда елд покашла. Щуши, щинчи жильхе, щельбези келенеть, чельхем, чиджин чельхем, щулща сирси щурить. Вунжар чельхе юри, вэши твенеле, чавашка ви бури, чуна шеклит епле, шур агаш парахут. Щетень шубашкара саспаджа ту-ту-тут, тустандаш всем умра. Тев хулари харзем, ман-ман хач вошла, эпи чельхем харзем, вот каяган вошла. Тенджемер ушлохне, сосу щедеть ползан, чельхем, хухельхем мне, сюньермен из нихщан. Эба хаман анине, пиде юла дадап, она хаман совам ла, ингунчу сунадап, ман вачи имьи, чун майлап кайдюлы, сула маши анине, матя засынь вэлпала, мана не па день была, чиша вэши тэнджая, Янша кенчайне, тада буйса на анне. Патшалых я лавя, то ванну саламя. Бельвельгерш монашну сенгерч бере. Санра, я вертеза де пурнаш хаваля. Санра, шероши сыпляхвоя терек. Мухтавлы я лавщу, да эмет хельхеля. Щеклещу лирик вишхевиль аинче. Чувашхеры арех и псахеры леня, эсвергешне щемень тюбе анинче. Патшалых я лавя, то ванна хунавя. Упране зельсель энергии вышне. Ялба, хулана, писмахи саландр, и суны на щиттер тенджан лышне. Яла вельгер сенща тленеть ваш яджа, ялан жюрде пулдер и сунам терри. Санра, тюбе бечер ане марховаджа, санра, халых озе тивледжа юрли. Мне бурнан, мне шершив гвачи, маршалом земну май, важелей. Ти заедаст сантарать пек поэтам, шух жемра щекленнее мельки. Аван, ман медиде, аван, тееде, сывлачо важемар, сывлачо льи. Щак пирень у земли чуваш и деме, и в тме жена чинпурныш тебельне. Щидеть бери, щидеть, тертленья, лохан да враженьче, щидеть тергебеньме. Чуважен он зартран сывал на гуще, кильтура кильчут небах саилить. Телелих тупсы мне, хаех в луже, хаех туяне хай вали дивлеть. Эх, Константин, перембеле ползамче, ползамчик и регере и лем бурчух. Анчах мыскер шиншини мне азамчин, саны их на зиме хвачи жук.
Тован чельем, та за хельем парзам полхавлачунма, парчамло, савныш, иле, пар ирек чудравчунма, хыпса чунан чаршивама, чельем, сибетле щумар яр, хевельем пана сивама,